Звонкими чистыми голосами дети из 12-й школы читали самые добрые стихи самым добрым, нежным, терпеливым людям – мамам и бабушкам. В Доме народного творчества в их честь был организован праздничный концерт. Мамочка, любимая, родная, солнышко, ромашка, василек, что мне пожелать тебе, не знаю, в этот замечательный денек. В каждом микрорайоне города есть свои героини, поистине удивительные женщины, которых можно назвать мамами с большой буквы. Их любящего сердца хватило на достойное воспитание и своих детей, и приемных. В этом году семья Астафьевых стала победителем окружного конкурса «Семья года 2013». В номинации «Чужих детей не бывает». Хотелось отметить родину Галину Александровну, сыновья которой были удостоены чести участия в эстафете передачи «Олимпийского огня». На праздничном вечере поздравляли и маму, к которой за советом или с просьбой может обратиться каждый житель. Так уж сложилась судьба, что в силу выбранной профессии совсем молодой женщине довелось стать мамой всему микрорайону. Хотелось поблагодарить замечательную маму. Маму не только своего семейства. Маму нашего, скажем так, микрорайона, который все знают, к которой приходят мамы, дети со всеми своими бедами. Она никому не отказывает, со всеми поговорит, успокоит. То есть нашу работницу, коллегу и нашего инспектора, КОСА номер 5, Дашкевич Татьяна Александровна. Для всех добрых, отзывчивых, чутких, любящих мам в этот день в ДНТ выступал хор ветеранов труда Дворца культуры имени тысячелетия нашего города.